Мама, я ухожу. Люблю тебя. И я тебя. Как жизнь? Я вся в делах. Трудный выдался год. И это нагрузка, которая валится на девочек. Ты можешь быть кем угодно. Ты моя любимая девочка, Бетс. Это история о прекрасной девушке. Она безупречна во всех отношениях, кроме одного. Она ничего не ест. И это начинает тревожить ее мать. Ее тело порой просто отключается. Меня тошнит при виде еды. Ты нездорова. Мы выясним, что это, ладно? Я чувствую нечто внутри себя. Я была избрана. Ты хорошая мать. Не вздумай сеять в этом доме свои идеи. Ситуация принимает серьезный оборот. Хочешь сказать, что Бетси овладел демон? Как раз наоборот. Я полагаю, Бетси овладела этой семьей. Тобой, прежде всего. Это не игра, Бетси! Я просто хочу, чтобы все закончилось.